Здравствуйте, уважаемые избиратели Республики Калмыкия. Сегодня мы представляем наших кандидатов в депутаты Государственной Думы, которых утвердил 18-й съезд Коммунистической партии Российской Федерации. Рядом со мной идут кандидаты от Республики Калмыкия. В первую очередь Николай Эрдневич Нуров, первый секретарь Калмыцкого рескома Коммунистической партии Российской Федерации, который сегодня же является депутатом Народного Хурала. Человек достаточно опытный и в политике, и в практической деятельности, поэтому именно такой человек необходим нам во фракции коммунистов для того, чтобы решать те социально-экономические задачи, которые поставила перед собой наша партия. Справа от меня Цимбалов Сергей Александрович. Человек неординарный, он участник уже современных войн, потерял руку, но тем не менее на сегодняшний день работает в партийных органах и выполняет партийные задачи. Человек твердой воли, твердого характера, умеющий настоять на своем. Он является депутатом Народного Хурала сегодня и показал незаурядные способности в законотворческой деятельности. И представляю Убушиева Санала Валерьевича. Он является тоже кандидатом в депутаты Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации. Он является руководителем партийной организации одного из районов Калмыкии и возглавляет общественную организацию. Достаточно опытен в политике, в организации работы с населением. Именно такие нам нужны сегодня не только на выборной кампании, но и во всей практической деятельности в Республике Калмыкия, ну и во всей Российской Федерации, как депутат Государственной Думы. Спасибо, Николай Васильевич, за представление. Я бы хотел дополнительно еще выделить нашего одномандатника под одномандатному Калмыцкому национальному округу. Мы представили такую возможность сегодня в одномандатном округе партию представлять Убушиеву Саналу Валерьевичу. Как уже сказал Николай Васильевич, Санал Валерьевич является молодой коммунист, один из руководителей районных партийных организаций, лидер общественной организации «Наша Калмыкия». Его в Калмыкии довольно-таки известный человек, который сегодня ведет такие злободневные программы, скажем так, чтобы люди знали все-таки, что общественная организация, которую он возглавляет, раскрывает суть, контролирует многие вещи, в том числе и исполнение национальных проектов, которые сегодня у нас в Калмыкии осуществляются. Поэтому это не только Компартия его определила и выдвинула, ряд общественных организаций, крупных общественных организаций, в том числе его поддерживает ряд политических партий, что очень важно. Последним, скажем, таким выдвижением его было это на съезде Уряд Калмыцкого народа, который прошел у нас здесь в республике. Он в числе 8 претендентов был выдвинут, и мы его, как партия, поддержали его. Хочу сказать о том, что 4 человека, которые выдвинуты были съездом, 4 человека, Коммунистическая партия Российской Федерации на своем съезде рассматривала от Республики Калмыкия. Ну вот мы 3 человека от Калмыкии, и сегодня группу, или скажем так, региональную группу, которые входят, Калмыкия, Волгоградская область, Астраханская область, возглавляет Николай Васильевич Арефьев, который сегодня находится с отчетами в Республике Калмыкия. Он уже 3 дня работает здесь. И мы решили, что сегодня было бы правильно тех кандидатов, которые выдвинул съезд, мы представили всему электорату, всем избирателям Республики Калмыкия. Я просто уверен, что эти молодые люди, которые мы сегодня представляем вам, являются теми людьми, которые поддержат избирателей. И избиратели этих ребят, молодых, ждут и хотят, я думаю, что, скорее всего, за них проголосовать. Я в этом просто уверен. Здравствуйте, уважаемые земляки. Я очень рад и очень горжусь, то, что на меня выпала такая честь, и Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула меня не только по кандидатам в Государственную Думу, не только по территориальной группе, но и по Калмыцкому одномандатному округу. Я хотел бы выразить благодарность руководству партии, как Калмыцкое региональное отделение, так и съезду партии, который недавно прошел. И обещаю, не подведу, буду, как и раньше, действовать исключительно в истинных интересах как Республики Калмыкия, так и Российской Федерации в целом. Добрый день, дорогие земляки, избиратели. Я хочу выразить огромную благодарность нашей партии за оказанное доверие баллотироваться депутата Государственной Думы. Я как депутат Народного Ухрала, я уверен, что опыт, наработанный в парламенте Республики Калмыкия, будет благотворно сказываться на работе в Государственной Думе. Спасибо.